Москвичи. Вся страна в эти дни готовится встретить 72-ю победу, годовщину нашей победы. Встречать будет ее вся страна. Ее встречать будет Москва, и сегодня встречает район Чертаново-Северное. Мне особенно радостно видеть на этой площади у памятника погибшему экипажу связь поколений. Встречаются наши ветераны и встречаются учащиеся школ, студенты техникума. И когда я вижу это, я понимаю, что память о победе будет не только страницей в истории, в учебнике истории. Память о победе останется в сердцах наших людей. И это позволяет надеяться, что это будет крепкая скрепка единства нашей страны.